привыкай, привыкай к своему новому дому. Вернемся, кран починишь, ладно? Ты же у меня все-таки инженер. Ой, нет, Игорь, ну я просто не верю, надо же, а? Мы летим в Карпаты. Я вообще-то не помню, когда отдыхала, а тут сразу и отдых, да еще и в Карпатах. А это в ЗАГСе. Вот чудачка, да? После подачи заявления вам полагается месяц на размышление. Пусть молодые размышляют. Мы же с тобой взрослые люди, что она не понимает? У нас с тобой это будет просто... Ну, просто счастливый месяц. Ага. Угу. Любопытно. Что? Да вот книга по моей специальности. Сам недавно достал, считаю, что мне крупно повезло. А ему-то зачем? О, ты чего своего не знаешь? У него же интересы, во! Мне даже кажется, что если бы мы одновременно познакомились, ты бы из нас двоих обязательно выбрал его. Ну, в том смысле, что он бы тебя больше заинтересовал. Он же по философии, по кибернетике. А я эти его книги не читаю. Я их ненавижу. Да-да, именно эти. Хоть я и корректор с книгами работаю, и сама филфак кончила, а именно эти ненавижу. Мы с ним 10 лет прожили, и вечно без денег. Вся зарплата на книги. Ты думаешь, хоть он успевал их читать, да ничего подобного? Это у него привычка такая была, как курить, чтобы каждый день новая книга. А посмей заикнуться про новую юбку, так что ты, мещанка и потребительница. Мне наши девчонки-корректорши одежду для Сережки носили. Уж даже не спрашивали. Надо, не надо, носили, да и все. И потом эта дикая жизнь в этой кошмарной коммуналке, всю квартиру ждали. Получили, наконец. Ты думаешь, хоть что-нибудь изменилось? Ничего. Сережка все время болеет, я каждый вечер одна. А если кто-то звонит, так я уж говорю, что муж дома, но спит, потому что стыдно. А если уж он дома оказался, замрите все. Я думаю о судьбах человечества. Сережка ему всегда мешал. Отстань, я занят, уйди. Всегда. Сейчас так сразу про ребенка вспомнил. Игорь, ну почему он так, а? Мы же с ним при тебе договорились, чтобы все было нормально для Сережки. А теперь как мы с ним будем? Я, к твоему сведению, даже рад, что так получилось. Будешь меня теперь слушать? Ну, ты же видишь, из квартиры он все-таки уходит. Уходит, потому что есть куда уйти. А если бы не было? Ой, Аленька, я через все это прошел. Тоже мог в свое время такую склоку устроить. Но я плюнул на все, собрал свои манатки и ушел. Оставил ей квартиру, мебель, электроприборы. Ну и что ты думаешь, я в их глазах хороший человек? Подонок из подонков. И вся родня ее так считает. Дочку мне по большим праздникам показывают. Я про все эти ваши договоренности слушал, но я же тебя не разубеждал. Хотел, чтобы ты сама увидела. Теперь поняла? Вы теперь чужие, пойми. И разговаривать должны только на четких условиях. Ну что ты смотришь, что смотришь? Думаешь, ах, какой жестокий, да? Да не жестокость это, Аля, а суровая необходимость. Опыт жизненный. Неправда, можно и по-другому. Ну, мы же с ним договорились. Я ему ничего, он мне ничего. Ну, что я ему теперь сделала? Что ты ему сделала? Ты от него ушла, вот что ты ему сделала. И несчастненько не стал, вон замуж за меня выходишь. Как такое простить? А он бы так сделал, ты бы не простила. Я бы не простила? Да я только этой мыслью жила, я только на это и надеялась последние годы. Из-за любой чепухи скандал, мы так орали друг на друга. Он орал, при Сережке, я орала. Знаешь, она же не так страшно стала. Самой себя. Такая ненависть захлестнула. Он меня обозвал. А Сережка не спит. Я как схвачу пистолет. Мне этот поменьше. Знаешь, у меня вдруг какое-то такое лицо стало, что он вдруг испугался, что пистолет выстрелит. Знаешь, он так попятился, попятился. И дверь захлопнул. Thank you.
санях еду. Снег такой яркий. Никуда спешить не надо. Ну, Игорь у меня молодец, а? Я ведь и не собиралась ехать. Да. И не думала даже. А он вдруг приходит с билетами на самолет. Едем в Карпаты завтра. А сын? А Игорь ему путевку в зимний лагерь на каникулы достал. И все за один день. Заскочила на работу. Отпуск за свой счет взяла. Сережку собрала. Отвезли его в лагерь. Свои вещички побросала в чемодан. В аэропорт и сюда. А как они с вашим Сережей? Ладят? Ну, здесь вообще все замечательно. Знаешь, у Игоря на воспитание детей очень интересные взгляды. Вообще, Катюш, тебе ведь этого не понять. Мне ведь уже, ого, за 30. Я ведь уж надеяться не смела. Ходила вся такая зачуханная, прозаическая. Про маникюр, например, так вообще забыла. Ой, а вот и наши. Какая телеграмма? Я же адреса никому. Сережка! Вы чувствовать будете? Вони ж вони! Меня попросили на почте передать вам телеграмму. Это на переговоры. Да вы не волнуйтесь, еще успеете. Алло! Алло, Леночка! Это я! Я тебя хорошо слышу! Хорошо слышу! Говори! Что случилось, Лена? Говори! А? Ах, вот оно что. Когда? Когда они его забирают? Нет, ты мне дословно скажи, что она сказала? Серафима, да? Понятно. Значит так, Лена, ты никуда не уходи, я тебе еще позвоню. Поняла, да? Ты жди, я тебе еще позвоню. Ну, пока. Лена, Лена, Лена! А Сереж как? А как был одет? А, по погоде? Ну ладно, Лен, ну пока. Так, нужно срочно. Срочно. Аля, ты куда? Аля! Что делать, а? Господи, боже мой. Матери, а? Да нет, матери, чего звонить? Карась, идеалист.
Чусовым позвонить? Да успокойся ты. Возьми себя в руки и объясни, что происходит. Понимаешь, вчера родительский день. Ой. Вчера у Сережки был родительский день. Я даже не вспомнила. Подумаешь, забыла. Мать преступница. Да ты понимаешь, родительский день. Ленка приехала. А там уже Чусов и эти два деятеля. Родители его. Специально приехали, назло мне. Ой. Валька, Валька, ну ты подумай, что с тобой, тебя же все трясет. Ну успокойся, ну. Давай сосчитай до пяти. Раз. Игорь, ну перестань. Давай, ну я же не давай. Сережа, ну мне же не 8 лет. Давай сосчитай. Раз. Ну перестань. Да, раз. Ну раз. Два. Два. Три. Три. Четыре. Пять. Молодец. Вышел зайчик погулять. Ну. Господи, боже мой. Что это я? Дурочка. Они хотят забрать у меня Сережу. Игорь! Они отнимут у меня ребенка! Мне надо успеть. Мне надо успеть. Хоть на один день раньше, понимаешь? Аль, ты что, а? Кто они? Ты мать, кто отнимет у тебя ребенка? Да нет, ну пожалуйста, ты же можешь никуда не ехать, пожалуйста. Пожалуйста, я одна. Я же тебе русским языком объясняю. Они, Чусовы, они же все могут, понимаешь? Одинокие бабушки, дедушка любящие. Они заберут Сережу, а потом его уже обратно забрать невозможно. Они что угодно могут сделать. Они в другой город переедут. Они поменяются, его с собой заберут. Ну что ты смотришь? Ну, ну что тут непонятно? Ну я же объясняю. Значит, ой, значит, смотри. У Сережи в субботу день рождения. Так мы всегда праздновали, отмечали. И родни набегала куча. На этот раз мы договорились с Чусовым. Отмечать не будем. Потому что то, что развелись, неудобно. Так Ленка приедет в лагерь, привезет ему подарок, а Чусов приедет на следующий день. Так они договорились, назло мне забирают ребенка на полсрока раньше времени из лагеря и собираются праздновать его день рождения у них дома, у Чусовых, ты понял? Ничего не понял. Ну, день рождения. Ну, старики любят внука, наверное, хотят сделать как лучше. Игорь, ты ненормальный, что ли? Да как же ты не понимаешь, что это делается специально, чтобы меня осудить, какая, мол, мать подлая гуляет? Мне он, Ленка моя, простить не может, что мы с тобой в день сюда уехали отдыхать, а ребенка бедного в лагерь зимний отправили. Да ты же пойми, ты для них не ты, а какой-то любовник, понимаешь? Сегодня один, завтра другой, пока, мол, она перебесится. А ребенку нужна, нужна забота, уход. Никто нужен. У тебя твоего Сережу не отнимет, ты мать, есть закон. Значит, они примут другой закон, такой, который им нужен. Это же Чусовы, они ничего просто так не делают. Он кто твой свекор? Он что, министр, прокурор? Он пишущие машинки ремонтирует, но он все может. Значит так, если мы сейчас в аэропорт, значит, утром билеты должны быть. Утром мы в городе, днем в лагере, вечером Сережка дома. Они приедут послезавтра, а Сережки нет. Фига мне день рождения. Здорово, да? Да. Вот так. Здорово. Погоди, а? Что? Ну, успокойся. Успокойся, успокойся. Нормально? Сейчас просто нервы взвинчены. Понимаешь? Ты устала. Тебе надо отдохнуть, набраться силёнок. Ну, иди ко мне, успокойся, успокойся. Завтра же хотели на лыжах в поход пойти. Иди в поход. Игорь, все в порядке. Я дозвонилась до Ленкиной матери. Ленка моя уже в лагере. Так что мы успели как раз вовремя. Такси нет? Сейчас договорилась. Так, да? Угу. Слушай, я тебе отпуск испортила. Ну ты не злись, а? Мы туда летом поедем. Летом там еще лучше. Вместе с Сережкой поедем. Слушай, ну Ленка моя молодец, а? С 7 утра она уже там стережет. Открыто, или мне кажется? Вон мое окно на четвертом, где шторка полосатая.
Знал? Узнал. Слушай, а форточка действительно открыта. Очень странно. Ты же звонила? Звонила. Трубку никто не брал. Ну, может, он 5 минут назад появился. Здорово. Привет. Ты что, что случилось? Где твой-то? Ишь ты, вышагивает. Ну, что я тебе скажу? На внешность ничего. А ну, видно, хороший человек. Жалко разведенный. Разведенные они все одинаковые. Они сами баб ругают, а сами во всем виноваты. Я вообще тебе скажу, мужики всегда во всем виноваты. Запомни это. Антон, подожди. Ты не знаешь, случайно, чувство дома? Нет, нет. Я бы слышала. Я слышу, когда дверью хлопают. Тут видела его, как-то шел по лестнице один, без никого. Ну, Антон, ты побежала, ждет. Ну. У меня к тебе сюрприз есть. Ну, ну чё, подумай, подумай. Ну, я не знаю. Тимур! Помирились. Да уже сомневалась. Привет. Здорово, Валя. Здорово. Здорово. Красавец мой. Ну, чё стоишь? Чё стоишь? А что делать? Помоги людям вещи перенести. Да ладно, ты что, мы сделаем. Ну, ну, конечно, конечно, порядок должен быть. Знаешь, он у меня где? Смотри. Вот она у меня где. Ну, ладно, пока. Побежала. Мы в лагерь опаздываем. Чувствых не было, а? Сережа, ты знаешь, что я принесла? После, после. Да, сейчас, 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 Игорь, сейчас она подойдет. Значит так, в прошлое воскресенье родительское я приехала, немного опоздала. Приехала к тихому часу. Так. Все твои были в сборе. Так. Твой бывший, кстати, прекрасно выглядел. Ну, ладно. Так, Серафима. Сама добрая. Сейчас. Слушай, Ленка, а ты бы, Игорь, узнала, если бы случайно на улице встретилась? Не знаю. Народу было уже. Слушайте, ребят, ну посидите, пока Сережка соберу. Хорошо, хорошо, давай. Ленка, твоя мама сказала, что тебе два раза звонил какой-то Рудик. Да не Рудик, а Вадик. Давай быстро возвращайся. Быстрее, пока. Ой, как я по тебе соскучилась, мое солнышко. Зарос ты, как с ума можно сойти. Ну, пойдем. Мам. Ну, что? Мам, я тебя очень прошу, останься до вечера. Ой, Сережка, ну какой ты? А я думала, ты мне обрадуешься. Я вообще с таким трудом к тебе ехала. Добиралась с таким трудом. Я обрадовался. Скажите, Игорь, вам понравился «Гамлет» в постановке Павловского? Мне кажется, что нарушение классических традиций... Я, к сожалению, не видел. Я не любитель театра. Прямо скажем, неожиданная заявочка. А вот мне Аля сказала, что вы с ней в театре познакомились. Познакомились, да. Но именно потому, что я не смотрел на сцену. А зачем пошли? Культ-поход. Не люблю отрываться от родного коллектива. Оригинально. Серый, да? О, ужас, ужас, о, великий ужас. Шекспир, Гамлет, перевод Лозинского. Я просто так о Гамлете спросила. Это вопрос вроде теста. От нечего делать. Я вам на тесты не советую ориентироваться. Вероятность достоверной информации очень невелика. Понятно. Понятно. Мамочка, ну, пожалуйста. Ну, давай останемся, но только до вечера. Ой. Я принцем буду. Я столько репетировала. Ой, вы знаете, он так расстроился. Он там принца репетировал. Привет, Сережа. Едва его уговорила. Давай, маленький, ну, садись, поехали. Давай. Ленка, едем сначала к маме.
Знаешь, он так зарос в лагере, просто ужас. Вот приедем, дядя Игорь сводит тебя в парикмахерскую. Ты помнишь дядю Игоря? Как же, в спортивном магазине, ты помнишь? Ну, мы с тобой перед лагерем пошли коньки покупать. И встретили там дядю Игоря. Ну, вспомнил. Ну. Доставьте ребенка в покое. Первый раз в пионерском лагере. Столько новых впечатлений. Мама, а папин полосатый халат не подойдет? Я себе еще лучше костюм сделаю. И на день рождения как выскочил. Ага! Ребенок, ребенок прежде всего. Сережа мальчик развитой, толковый. Он сейчас задает очень много вопросов. Надо уметь ответить. Угу. Вот тут у меня о воспитании. Это, знаете ли, мое хобби. Аля вам, наверное, рассказывала об этом? Да, да. Я собираю вырезки на разные темы. Выписки. Брак. Воспитание. Масса любопытного. Масса. Аля, ты уверена, что Сережа сегодня обедал нормально? Да, мамочка, я же тебе говорила. Мы по дороге заехали в ресторан. Он очень хорошо пообедал. А вот это я подобрала специально для вас. Вот папка после развода. Так. Как вести себя после своего развода? Это серьезная социально-психологическая проблема. За день в стране регистрируется в среднем 2000 разводов. Вот видите, так и написано. Аля, сиди спокойно, ты меня отвлекаешь. Если про это пишут в газетах, значит, дело серьезное. Большинство опрошенных женщин назвали свой новый брак хорошим или даже очень хорошим, хотя... кое-кого неудача постигла и во втором браке. Но, в целом, видимо, опыт неудачного первого брака многому учит и жены мужей, и к созданию новой семьи они относятся с большей ответственностью. Мамочка, ну слушай, ну все же понятно. Мы пойдем, а? Нам надо. Нет, правда, Ирина Михайловна, все это очень интересно. Проблем для социологов хоть отбавляй. Вот у нас, например, тоже есть проблема. Если отец Сергея станет вмешиваться... По-настоящему причины распада семьи еще никому не известны. Их надо еще всерьез изучать. Здесь мы имеем дело с очень сложным противоречивым явлением и столь же сложным... Мам, доставьте свои вырезки в покое. Если уж говорить так про наши дела. Ты знала, что Чусовы хотят забрать Сережу? Мы на эту тему беседуем с Серафимой Лаврентьевной. Вот! Но коль скоро брак распался, надлежит задуматься над всеми возможными последствиями. И... Ты что? Ты говорила с Серафимой и молчишь? Аля, Серафима Лаврентьевна очень умная женщина. Мама! Ты заодно с Чусовыми? Но прежде всего, Сережины интересы. У них дача. Она на пенсии. В отличие от меня, Серафима Лаврентьевна любит заниматься домоводством. А я могу дать. И даю очень много ребенку. И всегда давала. Но в интеллектуальном плане. Ёженька, мы завтра за тобой приедем и заберем тебя домой. Понял? Ты не скучай без нас, хорошо, солнышко? Ну, пока. Аля, учти, я могу держать Сережу только 3 дня. У меня горящая путевка в дом отдыха. Учла. Игорь. Ну, спасибо большое. Рада была принять вас. Как вы понимаете, счастливая то, что моя дочь развелась, я быть не могу, но сердце не прикажешь. Она любит вас. До свидания. Ленка, вот молодец, не уехала, нас ждешь, да? Ну что, как обычно? Да, ты знаешь, господи, как только нужна ее помощь, так почему-то срочно в этот же день у нее окажется горящая путевка. Представляешь? А Сережку домой не хочу пока. Там, знаешь, все разворочено. Аля, нам пора. Пойдем. Ну, зачем же пойдем? Я вас отвезу? Да нет, не стоит. Да что ты, садись. Нет, ну, в самом деле, Ленка, понимаешь, я хотела привезти Сережку, чтобы уже Чусов забрал свои вещи, давай. Чтобы сказать, вот твой дом, вот твои родители. Нет, ну ты представляешь, а? Сейчас. Моя собственная мать, так она ничего не имеет против того, чтобы Чусовы забрали ребенка. Представляешь?
Слушай, а может, вообще мы зря к ней Сережку-то привезли, а? Может, на в эту минуту звонить сейчас Серафиме, чтобы, ой, чтобы ребенка садись, забрать? Нет, ну сам здесь. Садись. Смотри, смотри. О, приехали. Спасибо. Не стоит. Ой, Леночка, солнышко, я тебе так благодарна. Аля, тебе не кажется, что нам надо поговорить? Я понимаю, конечно. Ну, не сейчас же. Аля, нам надо поговорить. Прямо сейчас? Да, сейчас. Ну, скоро ты. Минуточку, Игорь. Погуляй, а. Маша! Быстро! Ничего, подождет. Подождет минут-другую. Не волнуйся. Ты погляди на себя, на кого ты стала похожа. Как в лихорадке. Алька. Алька, по-моему, ты совершаешь трагическую ошибку. Фу, Ленка, господи, ну как ты любишь высокопарно выражаться? Трагическая ошибка. Ну, понимаешь, просто мы с годами с Чусовым стали разными людьми. А я не о Чусове. Ленка, ты с ума сошла. Ты ничего не поняла. Ты сходишь по первому разу. А ты понимаешь, куда тебя несет? Понимаешь? Я вот веду машину, а сама думаю, каких-нибудь полчаса, еще совсем немного. Сейчас у тебя Сережка совсем нормальный мальчишка. Он счастлив, у него дом, отец, мать. Он счастлив вместе с вами. И вот сейчас ты ему скажешь, у него все сразу изменится. У него жизнь пополам сломается, понимаешь? И все это сделаешь ты, мать, своими руками. У него биография другая начнется, у него психика изменится, комплексы начнутся. О, Господи, курить охота, нет сигарет. Ему нужен настоящий отец, понимаешь? Настоящий, а не какие-нибудь там дяди Игоря. Вон он, идиот. Сейчас, а? Ленка? Ну? Сейчас. Чувствуешь, настоящий отец, да? Да он же ребенка месяцами не видел. Лен, ты вспомни мои вечера, а? Ведь он позвонит пол первой ночи, спросит, никто не звонил. И как Сережка, и все. А Игорь, он же спортивный. У него же там, почему он там какой-то разряд? Он же Сережку всему научит, на лыжах стоит. Ну тут хоть гвозди научит забивать. Что? Подожди, Алька. Ну что тебя как будто подменили? Ну откуда в тебе такая жестокость, а? Лен, ну что ты хочешь от меня? Ну объясни ты мне. Все, ничего не хочу. Иди, слушай, у меня сейчас только дело. Мне надо еще Чусову звонить насчет этого дня рождения. Ладно. Он не в курсе. Ты просто не понимаешь. Сейчас, подожди. Слушай, Лена, у меня все будет прекрасно. Я новую жизнь начну. Я твоей мамочке буду звонить каждый день. Спрашивай, как всякое вкусненькое готовить. Понимаешь, я ковер куплю. Лена, Чусов все время говорил, что это мещанство, я ковер куплю, новую жизнь начну. У меня все будет нормально, не волнуйся. Молодец. Алло, Андрей? Очень хорошо. Это я. Да, прилетела, представь себе. Ага. Можешь не торопиться, Сережку я забрала. Слушай, ну кончай лицемерить, а? Ну вы же сами хотели завтра. Ну, ладно. Ладно, короче, это не телефонный разговор, надо встретиться. Угу. Да, все равно мне. Абсолютно мне все равно, когда. Где угодно. Нет, уж знаешь что, дома не надо. Какое кафе-мороженое? А, куда-то Сережку водил, ну знаю. Значит так, Андрей, учти, я буду не одна. Я приду с Игорем. Нет, представь себе, не разбежались. Совсем даже наоборот. Ну, короче говоря, я приду с Игорем, вопрос касается нас троих, понятно? Ну и все. Привет. Вот бандит. Моя точно такая же. Тоже сейчас где-нибудь хулиганит. Спасибо. Опаздывает. Специально. Ну, здесь неплохой выбор. Крем-брюле, сливочное, шоколадное, с малиновым вареньем, ореховое. Все какое? Ореховое. Здесь курить можно? Нет, к сожалению. Да ладно, я перетер. Дай мне сигаретку. Ты что? Да нет, ничего, просто так, подержать захотел. Нет. Принести пальто? Да нет, что-то, мне не холодно. Аля. Ты поспокойнее, ладно?
Главное, четкие формулировки. И все. Что не беспокоит? Совершенно спокойно. У меня три вопроса. Четких. Привет, бывшей жене. Привет. А это Лариса. Познакомьтесь. Лариса. Очень приятно. И нам приятно. Садись, Лариса. Закажем? Можно вас? Так, что там у вас? Ой, простите. Так. Ну, нам с Ларисой по крем-брюле. Я не буду. Как угодно. А Алле Борисовне, конечно, ореховые. Спасибо. Ну, так о чем мы будем говорить? Между прочим, хорошо выглядишь. Новая прическа, новая кофточка. Куришь? Ах, ну да, понимаю, новая жизнь. Андрей, не надо поясничать. Знаешь, уже неинтересно. Я за 10 лет все твои шуточки изучила. Я пригласила тебя для серьезного разговора. Девочка, вы бы отсели от нас ненадолго, а? Честно говоря, я не понимаю, зачем Андрей Павлович вас пригласил сюда. Очевидно, мой муж на этот раз изменил чувство юмора. Вы меня поняли, девочка? Сиди, Лариса. Аля, ты сочла необходимым прийти со своим вторым мужем. Это твое право. А мы тоже решили прийти вдвоем. Мы с Ларисой. Моей женой. Ага. Ну, это ж совсем другое дело. Ну, в таком случае, давайте познакомимся снова. Меня зовут Аля. Ну, то есть, для вас, конечно, Лариса Алла Борисовна. А вы, значит, жена моего мужа. Игорь Игнатьевич – мой муж. А мы с Андреем Павловичем – муж и жена. То есть, бывшие. Мороженое. Спасибо. Значит, мы с вашим нынешним мужем, Лариса, прожили вместе почти 10 лет. И прожили, надо сказать, отвратительно. Аля, давай по существу. Хорошо. Пожалуйста, вы ешьте. И мы решили хотя бы развестись по-человечески. Для этого мы, вот, впрочем, не так уж давно собрались. И подумали, как это сделать, чтобы было не обидно, чтобы это было не унизительно. А главное... чтобы было хорошо нашему сыну. Ну, то есть... ну, во всяком случае, чтобы ему было не хуже. Ну, я надеюсь, Лариса, он вам не забыл сообщить, что у него есть сын? Аля. И вдруг Андрей Павлович, после всех этих прекрасных и благородных договоренностей, я узнаю, что задумана целая операция. Уж извини, не сообщили ее кодового названия. Аля. Иди ты к черту! Хочешь отнять у меня сережку? Плохая мать! Посмела первый раз в жизни съездить в отпуск за все время! Аля, ну это же все не так! Ну, конечно! Конечно, ты, как всегда, не в курсе. Родители, да? Бабушка и дедушка! Одинокие такие бабушка и дедушка, хватит чувств! Я тебе больше не верю! Считай, что мы с тобой ни о чем не договаривались! Я не хотела подавать на алименты, знала, что это тебе будет неприятно. Подам! Завтра же подам! Хотела книги тебе оставить! Ни черта! Пиши заявление в суд! Пусть делает все как положено! Вы со мной как с ничтожеством хотели обойтись, а я вас знать не хочу, понятно? Я сделаю ремонт в квартире! Я сделаю ремонт, и никто не полезет в грязных ботинках в комнату. И больше в этой квартире мне ничто не напомнит о тебе, даже обои. Вот уж не думал, что в тебе столько ненависти. Ненависти? Что ж, пожалуйста, пусть будет ненависть. Я не знаю, что это. Не знаю, я знаю только одно, что сейчас без тебя я наконец-то счастлива. И у меня наконец-то все будет. Все, на что каждая женщина имеет право, а ты меня лишил. Ясно тебе? И у меня будет второй ребенок. Я ж тебе даже сказать не могла, что хочу второго ребенка. Ну как же потревожить тебя? Я рожу второго ребенка. Ну, это ваше дело. Что ж ты хочешь от меня? Кстати, я в квартире. А что в чем дело?
Вы хотите напомнить, что имеете право на треть площади? Действительно имеете. Пожалуйста, давайте размениваться. Лучше так, чем ваша игра в благородство. Не живете, но и не выписываетесь, ходите со своим ключом. Я, кстати, тоже разводился. Но я оставил квартиру. Там теперь моя дочь растет. Надо быть мужчиной, Чусов. А что значит быть мужчиной? Я этого не признаю. У нас равноправие. Так, ладно. Что у нас еще? С квартирой все. Так. Теперь по вопросу ребенка. Да, именно. Именно. Именно по вопросу ребенка. Ну-ну. Значит так, мы с тобой чужие люди. Мы всегда были чужими людьми. Я теперь совершенно другая. Я ничего не хочу знать. Ничего не хочу помнить. Я совершенно другая и жить хочу по-другому. Я люблю этого человека. Я хочу быть с ним. И хочу сделать так, чтобы мне ничто не напоминало о тебе. Ты хотел заставить меня отказаться от ребенка. У тебя это, конечно, не вышло. Я хочу предложить тебе другое. Я не буду подавать на алименты. Я не буду делить книги. Здесь я согласна на все, на любые уступки. Тебя прошу только об одном. Оставь Сережу в покое. Он маленький. Сейчас он легко им будет привыкнуть, потому что ее все равно воспитывать будет Игорь. Ну, в общем, я хочу, чтобы Игорь Сережу усыновил. Ясно тебе? Но формально нужно твое согласие, понимаешь? Формально, поэтому ты откажись. И все, и ты снова свободный, молодой. Вон Лариса нарожает тебе сколько угодно. Ну, может быть, поговорим на эту волнующую тему после дня рождения? Какого еще дня рождения? У нашего с тобой сына в субботу день рождения. Как же его можно лишить? Он помнит, ждет. Лариса, вы что-нибудь тут понимаете? Я вот вообще уже ничего не понимаю. День рождения. Дай человеку отпуск сорвала. Мы же с ним всю ночь в самолете не спали, чтобы это ваша подлость. Это ваш подлый день рождения. Успокойтесь, успокойтесь. Никакого дня рождения не будет. Я буду говорить с вами, Игорь. Моя жена никогда не умела жить в сложностях. Если сложно, то ей необходимо кого-нибудь обвинить и возненавидеть. Так проще. Я не собираюсь отказываться от сына. Будем считать, что этого бреда я не слышал. И поскольку существует Сережа, то всем нам предстоит непростая жизнь. Я бы сказал, повышенно сложная жизнь. С этим надо считаться. Ну, разойдемся мы сейчас врагами. Что с того? Да, врагами. Я и хочу врагами. Врагами проще всего, так я хочу, чтобы было просто. С меня уже хватит этих сложностей. Я вон с Сережкой во всех больницах лежала. Ночами еще корректуры брала домой, читала, чтобы деньги зарабатывать. А он в это время книжки покупал. Синека. А когда у меня язву нашли 3 года назад, ты что, за эти 3 года хотя бы 2 дня занималась лечением? Я же тебе картофельный сок, я же... Подожди! Правильно, кто-то сказал, нужен картофельный сок. Да, она 3 дня его выжимала, потом сказали, капусты лучше. Капусты не появился, но и картофельный исчез. Режим, диета, да нифига! А начинаю корчиться от боли, ах, надо врача, ах, надо лечиться, что не так? Как вы можете? Как вы можете? Вы меня, Андрей Павлович, извините, но я больше не могу. Вы меня просили поприсутствовать, будто я ваша жена, я согласилась. Потому что сочувствовала. Ведь вы же разводитесь. Но так я не могу. Лариса! Ну что, будем рассчитываться? Но я все-таки выскажусь по данному вопросу. Может быть, Сережа не сможет относиться ко мне как к отцу, я не претендую. Но раз семья, а у нас с Алей семья, то у ребенка должен быть один отец и один дом. Не даете усыновить, это ваше право, но наше право оградить ребенка от ваших повышенных сложностей. Тут, как видите, не всякий взрослый сможет выдержать. Короче так. Раз уж готовили день рождения, пусть будет. И за ребенка, конечно, чтобы не травмировать. Но только на нашей территории, у нас дома. Если Аля согласна, зовите кого угодно. Я на это время могу уйти. Но после все. Четко и неукоснительно. Никаких импровизаций. Хорошо.
Аля, скажешь, когда мне прийти, если нужно помочь? Не нужно. Ален, я не хотел тебе говорить, но там в кафе мне показалось, ты ведь любишь его. Кого? Чусова? Я Чусова? Да. Ты ревновала его к этой девчонке. Еще не поздно, Аля. Ты можешь вернуться к нему. Мать твоя права. Все это не так просто. Боже мой, да ты что? Ты что, только из-за этого согласился на этот день рождения? И посмотрел бы на себя, когда они вошли. Подожди, Игорь! Игорь, перестань. Я тебя очень прошу. Это же все ерунда. Ну что ты такое говоришь? Ну, пожалуйста. Аля, миленький. Мне нужно сейчас пройтись немного. Одному. Здравствуйте. Поздравляю. О, какой ты вымахал. Вот это тебе. Спасибо. Ну, прости, такой красивый, как мама. Спасибо большое. И такой же умный, как мама. Спасибо. Спасибо. Антон Иванович, раздевайтесь. Вот кто пришел. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Антон Иванович. Евгений Александр, раздевайтесь. Мы так рады, что вы. Позвольте, я помогу. Проходите, пожалуйста. Позвольте, я помогу. Проходите, что я раньше вас тут не видела. Mm.
вы с кафедры Андрея? А мне папа обещал велосипед купить, если я перестану ногти грызть, понял? А у меня зато в аквариуме все рыбки передохли, и бабушка обещала мне ногу. А чем это вы тут занимаетесь, а? Папа! Ой, Сережка, какой же ты тяжелый сынок. Мама, иди к нам! Здорово, Марочка, здорово. Привет! Здорово! А что ты мне подаришь? Привет! Ну что? Так, Орел, извини, с собачкой в этом году опять ничего. Ой, но на будущий год обязательно. Пока, машинка. Будешь хорошо учиться, папа тебе купит настоящую. Здесь папа. Здравствуйте, вы не опоздали. Золушка, как всегда, как всегда, делает салат. Марочкин, еще немного, и ну, ты меня достанешь. Фирменная редька а-ля Чусова. Раздевайся, проходите. Ну-ка, будь мужчиной, проводи Анюту к столу. Анюта, иди к детям. А, Морозова, привет. Галка, у тебя нет антистатики? Да что ты, откуда у меня? Зато платье прилипает. Вот видишь, люди тоже были на грани. Однако нашли в себе силы. Слушай, кто это в комнате, а? Он что, с чувством в одном институте? А? Кажется. Слушай, жена-то. Людей не знаю. Кажется, нет. Познакомь. Людочка, потом, а? Хорошо? Нет, сейчас. Идем, идем. Игорь, познакомьтесь, пожалуйста. Это Люда, моя бывшая соседка еще по старой коммунальной квартире. Очень приятно. Это Игорь. Да, но ты забыла сказать любимая соседка. А, ну, сделала доброе дело, иди. Мама, конечно. Здравствуй, Аля. Здравствуйте, Серафима Лаврентьевна. Ребята, смотрите, что мне подарили. Ребят, Тимо, смотри, ну, балуете, балуете вы его. Он же моментально все это поломает. Можно было что-нибудь и подешевле. В самом деле, Серафима Лаврентьевна, спасибо, конечно, за подарок. Хотя я считаю, что Сережке еще рано. Зачем такие большие деньги выбрасывать? Мы можем считать, что подарок от нас обеих. Я половину денег вам верну. Я, Аленька, тебе только одного желаю. Дожить до моих лет и внуков дождаться. За стол, за стол! Алечка, Серафима Лаврентьевна, быстро за стол! Первый садятся дети! Больше я тебе ничего не скажу. Счастье-то, счастье сколько. А, по-моему, совсем не рано ему такой фотоаппарат покупать. Научится ребенок фотографировать. Да, конечно. Правда ведь? Он парень способен. Я его научу. Маленький мой. А вы фотограф, да? Нет, я не фотограф. Нет. А вот сколько кадров здесь? Вот смотри, вот сюда. Дай-ка я попробую. 36, наверное. А вот это что такое? А вот это вот смотришь и резкость наводишь, наверное. Сереженька, пойдем-ка отсюда. Алька, что ты делаешь, а? Там Серафима и твой нынешний вместе. Посмотрела бы на их лица. Вот я не понимаю, твой Игорь, он что, не понимает, что он не должен здесь находиться, нет? Я как увидела, у меня волосы дыбом стали. Совести у него нет. Это у меня совести нет. Ой. Он и хотел уйти, как было задумано, а я его попросила специально, чтобы он остался. Ты посмотри, как чувство себя ведет. Ну, он же ведет себя так, будто никогда отсюда не уходил. Слушай, я тебя очень прошу. Ты лучше займись Людмилой, а? Она вон на Игоря глаз положила. Дура. Совсем с ума сошла. Так, тут виновник. Внимание! Полная тишина! Первый тост за именинника. Кто смелый? Я. Как всегда, я. Нала. Тетя Люся всегда первая. В хорошей семье и дети хорошие. Будь здоров, Сереженька. Счастлив. И никогда не огорчай маму и папу. Ура! Будь здоров, Сережа. Ура! Сережа, будь здоров, милый. Очень хочется выпить за Алю с Андрюшей. Ура! Ура! Андрюша, за вас.
Будьте счастливы. Андрюшенька, Аля, поздравляю. Учись хорошо. Сереженька, а ты почитай стишки, которые ты сам написал. Сам. Сам написал. Сережка у нас поэт. Алана, о моей квартире. Уютная квартира, двухкомнатный фрегат. Стоят комбов и ванна, и туалет стоят. Он кирпичом обшитый, корабль, милый мой. Он кирпичом обшитый, корабль, милый мой. Никто? Ну не надо, я сам знаю. Капитан отважный, мой папа Чусов, а! И мама капитанфа, Юнга, это я! Браво, браво! Что? А сейчас специально для людей фокус. Фокус от танца. Что же это? Ну, ну. Внимание, внимание. Пусть, подобное видела. Умница, умница. Муж, у тебя золото, сын, у тебя золото, семья у вас золото. Я с Андреем говорила. Он говорит, тетя Поля, я во всем виноват. Чуть не довел до развода. Ну, ты, милая, не переживай, в какой семье не бывает. А я за вас так рада. Так рада. Ленка, иди сюда. О. Ленка, где он? Ушел, и правильно сделал. Ленка, ничего не сказал. Извини, не удостоил. Андрей! А? На минуточку. Иди сюда. На минуточку. Кто звал людей? Ты или мать? Ну, я. А что? Я позвал тех, кто обычно приходит. Значит, это ты сказал им, что мы помирились? Сказал, чтобы душу не мотали. Слухи-то уже пошли. А то вы сочувствовали, мирили. Ну, кто тебя просил? Ну, а так, видишь, все хорошо, все довольны, и ты спокойна. Что, ну ты не мог меня предупредить? Ты что, решил специально поиздеваться надо мной на прощание? Думаешь, что? Вымоем посуду, проводим гостей, и все как прежде? Ты что? А что? Алька, ты знаешь, мы с Чусовым резали лук и оба плакали. А, угу. Помирились. Смотри, я за. Замолчи. Алька, где Томка? Алька. Томка, я тебя умоляю. Чего? Возьми всех детей и уведи. К себе там или гулять, куда хочешь. Хорошо? У тебя антистатика нет, а? Чего? Катя прилипает. Мама, что мы с тетей Тамарой идем гулять? Так, Сереженька, иди, иди. Ура! С тетей Томой со всеми ребятами. Так, минуточку. Побежали. Минуточку. Минуточку внимания. Алло? Алло? Игорь, я же знаю, что это ты. Алло? Игорь, ну я же знаю, что это ты. Игорь, это ты? Ну почему ты молчишь? Ну я. Извини, оторвал. Ну как вы там? Воссоединяетесь? Отмечаете? Игорь, приходи, а? Ну пожалуйста. Игорь, я тебя люблю, ты понял?
Приходи, пожалуйста, скорее. Ты понял, Игорь? Значит так. Вот он, Чусов. Он вас неправильно информировал. А я ничего не знала. На самом деле, мы не мирились. Да нет, даже не в этом дело. Я выхожу замуж за другого человека. Это он сейчас звонил. А с Чусовым мы были муж и жена. А теперь мы... Вы извините, но я хочу, чтобы вы знали правду. Наверное, не нужно было устраивать этот день рождения, но так уж получилось. И вообще, вы не обижаетесь. Я могу сейчас наговорить чего-нибудь лишнего, о чем потом пожалею. Но я хочу сейчас побыть одна. Мне это нужно, понимаете? Так давайте закончим эту историю. Я, например, лично больше не могу. Женька, что тебе скажу? Твой папа очень хороший, он тебя очень любит. А меня он не любит. Ты помнишь, как мы с ним ссорились при тебе? Мы решили с папой жить отдельно. Да помиритесь вы, мам. Вы сколько ругались, а после мирились. Нет, миленький, теперь мы уже не помиримся. Мама, все очень просто. Ты на него сердилась потому, что он тебе мало помогал. Угу. А теперь я вырос. Я буду тебе помогать. Ты мне только со спичками научи. А так я все могу. Могу в магазин, могу посуду помыть. Да, но мы... Мы не можем жить вместе. А почему? Потому. Потому что вместе живут, когда любят друг друга, когда муж и жена. А у меня теперь другой муж. Дядя Игорь. Да, вот видишь, ты сам догадался. Он тебе понравился? Нет. Нет, не понравился. Пойдем домой. Алька, не трогай его, пускай здесь ночует. Девочка, она хорошая и способная. Ну, как она всегда способна была. Ну, она трогательница. Нет никаких интересов. Почему нельзя? Рано вроде бы. Меня зовут Валерия. А вас как? Меня Аля. Надо что-то придумать. Алла Борисовна. А можно просто тетя Аля? Мне так больше нравится. Можно. Тетя Аля, вы ведь жена моего папы. А меня к вам привез Николай Иванович, новый мамин муж.
Он считает, что ребенок должен чаще видеться с родным отцом. Папа у меня очень хороший. Вам с ним действительно повезло. Мама до сих пор жалеет. Но упрямо немножечко. Посуду, например, не любил мыть. Но ничего, вы его не заставляете. Остальное же он все делает. И потом, я считаю, что мытье посуды не мужское дело. Если хотите, я к вам буду приходить помогать. Я все умею. Вашего мальчика как зовут? Сережа. Он теперь будет мой братик. Скажите, а как Сережа называет моего папу? Папа или дядя? Пока никак. Вы знаете, пусть лучше дядя. А то вы разведетесь, и придется ему опять привыкать к новому папе. Жалко, что его дома нет. Я бы могла ему многое рассказать. Уже спит.